бабушка спрашивает, где Олик занимался. Да, Костя тоже занимался. Где? Я тоже. Бабушка, да, сейчас я Максиму трубку дам, объясните. Я сама пойду наверх. Да, там на полке справа еще похоронили, я не знаю, кто. Почему? Да, документы забрать. Бабушка, чтобы себя прохованный друг, Я не знаю, что это. Не вещи мы там взяли.